Сегодня в Доме правительства прошло заседание координационного совещания при главе Чувашии по обеспечению правопорядка в регионе. В режиме видеоконференции в нем приняли участие главы администрации муниципалитетов и представители правоохранительных органов на местах. Обеспечивают правопорядок сразу несколько правоохранительных структур. Полиция, прокуратура, Следственный комитет, УФСИН. Понятно, что работают они в тесном взаимодействии. Хорошая новость уходящего года – общее количество преступлений совершено практически на 7% меньше, чем в прошлом. Но не во всех районах динамика положительная. Рост преступности зарегистрирован в Аликовском, Цивильском, Яльчинском, Калининском районе города Чебоксары, Яльчинском районах, Канарском районе и городе Канаше. При этом выросло количество особо тяжких преступлений, в том числе и убийств. Большинство из них произошли на почве семейно-бытовых конфликтов, подчеркнул прокурор Чувашии. Еще один важный факт. В целом, меньше преступлений стали совершать несовершеннолетние. В цифрах это выглядит так, на 17%. Но в то же время увеличилось число особо тяжких преступлений среди этой категории. Среди них превалируют преступления, связанные с оборотом наркотиков. Так что вопросы остаются. Решать их надо, привлекая и гражданское общество.